Так, я налево ухожу. Направо. Готов. Направо? Ну я направо. Ну я по второй линии. Наверное, фугасы отстреливают. Продолжаю движение. Вижу. Торпеды идут. И бобер. Привет. Привет. Как дела? Нормально, катаемся. Нет, а ты там не это самое, никаких набросков не делаешь? Нет, пока еще нет. У нас светы выпали. А, блин. Каждый тянули. Я понял, хорошо. Ёп. Уничтожь. Блин, авианосцы. Как мне эти, бля, авианосцы? Чуть-чуть авианосцы. Да мне торпедировали их, не эти самолеты. И ты-то жив? Ну, половину сняли мне. Ну, уходи ко мне и лечись. А я тебя прикрою пока. Залечился один. Даже можно несколько раз лечиться. Уходи за камни. Постепенно направо. Я пока пойду селедку убью. Торпеды еще идут. Это Тавик, помоги, пожалуйста, Су. Сейчас иду. Блин, ну... По нам ведут огонь. Жду приказа, прием. Так, крейсера нет. Атакован. Попробую с эсминцем разобраться. Хотя, блин, я тут... Торпеды кинул. Хера. Убегаю. Уходим, я разворачиваюсь.
там сейчас базу так просрут. Зачистили. Сул, задница, ездить это очень плохо. Вперед и направо. Да там эсминцы, блин, эти. Сейчас разберемся. Третий, готов. Ты что? Чек тут идет. Да все, мне самолет разбомбит. Четвертый. Не вижу. Я поможу тебе не вижу. Да куда, блин? Все я видел, это очень плохо. Без тебя будет сложновато. Я бионосцы на меня и, блин, эсминцы или горы. Сейчас бобров порежут. По нам ведут огонь. Третий. Чё, горишь? Торпедоносцев мне сейчас порежут, блин. Ты кого-нибудь хоть торпедировал? Я? Я затопил Нет. одного. Жду приказа. Ну, одну звену истребителей убрал. Вторую никак. Или горы остались практически. И два или так. Сейчас нашего рекора потопят. Я надеюсь, сейчас пойду на фуса. И тот куском занимается авиками. А я помогу нашему фусику. О, понятно. Можно. Все. Скоро пошло. Я по. Второй, что приказан? Третий, возвращаюсь. Третий, уничтожен. Нет, только раз перебили всех. Че, этих самолетов не осталось? Истребитель только одно звено. Прикрепи его ко мне, пожалуйста.
На тебе фуса хорошо видно? Очень плохо, я убегаю от него. У меня шанс сколько захватить базу. Я понял, линкорами вообще вперед лезть не надо, блин. Так, еще истребители срежут. Ну, ты понимаешь, оказывается. Наконец-то ты правильно, да, мыслишь. Пускай эсминцы впереди, там, крейсеры. Да-да-да. Они, у них есть скорость, они могут прибежать, кинуть и убежать. Ты убежать не можешь, как бы ты ни хотел. Поэтому ты должен быть большой боксерской грушей, но на расстоянии. Поэтому тебя и стволы бьют через полкарты, а в конце будет на всю карту бить. Потому что ты должен быть издалека, ты артиллерия. Я бы так вон, как его, наверное, справа у тебя. Вижу. И крейсер справа. Дым не пускает. Не попал. Конечно, не попал. Попал. Ну что мне нравится крейсер? Пулемет. Авианосцем поближе подплыл бы и торпедировал бы. Сейчас слева начнут торпеды пускать. Слева торпеды. А, все, две торпеды словил. Пытка была не пытка. Надо было забить на этот. На захват. Не, на захват и на эсминец, да, надо было топить. Не останавливаться, а топить это. А ведь. Или с фуса понапрягаться. Я что думал, что тот захватит. А его сбили. Не, ну блин, у них красавки авианосцы. Да, по два этих, по два корабля топанули. Молодцы, вот это авики, я понимаю. И самолеты сохранили. Извините меня, у них шикарные авианосцы. Сами по себе. Наш ланги никакие подметки не годится. Не, имею в виду сама техника. Там модели поновее. Да, я же об этом говорю, там самолеты лучше. Они быстрее. У них лучше торпеды и так далее. Вот в этом. Ну вот они меня всех посрезали. Истребителями. Ну так вот, потому что у них истребители круче. Против них наш Ленли может только сборкой, где два истребителя бороться. И то сложно. Мне как-то раз
на такой сборке Independence все равно один истребитель спасил двух истребителей. Вот это было что-то. Я тут на корабле по 10 самолетов сбиваю. Ну нет, я же об этом же, да, что... что это все не просто так. Нет, тут видишь, еще заведу. Ну я только что 4 самолета сбил. Прокачки. А я ни одного. Бывало, у меня максималка, я 7 самолетов сбил просто ПВОшками на крейсере. Нет, вот я на крейсере ПВОшкой сейчас 10 самолетов. Ну вот я говорю, ты крутишь. Противника. Понятно, что не своих. Ну да, а вдруг еще свои. О, работает хорошо. Ну если вкачанное, то тем более. Да? Я говорю, а вкачанное, тем более. Да, я еще обзор больше не сделал того. Захват больше. Еще и базу берут. Сбей базу. Ничем. А-а-а. Не, вот последние истребители добили. Ну тогда иди в какую-нибудь жопу и там умри. Зато есть нету самоликвидации, самозатопления или взрыва. Ну я хотел вот как раз. Ничего нету. В танках что там? Какая кнопка? Картошки. Не помню, но какая это была. Литру либо. У тебя вообще не велосит, у тебя этот это... переделка. Переделка из грузового. Как же он назывался это сейчас? Сухогруз что ли? Хрена себе, как я в 27 километрах фуса вижу. Из угольщика. Ну, сухогруз. Кэч или как-то так. Сыпучие материалы возил. Понятно, что авианосец, сделанный из угольщика, это особо не супер. Поражение. Нихрена себе дали 62 штуки за поражение.